Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы начинаем проходить второй эпизод The Walking Dead. Собственно, не успел я сегодня упомянуть о том, что эпизод задерживается, посетовать на это, как в тот же вечер оно и вышло. Собственно, давайте продолжать. Единственное но, то, что сейвы мои, к сожалению, не сохранились, они были с другой версии. И поэтому решение мое, принятое в плане того, что я там выбрал нерда такого, ботана, а журналистка погибла. Не знаю, как это сейчас отобразится на этом, потому что сейвов на первую часть у меня нет, у меня не было времени пройти по новой с теми же решениями. Давайте смотреть, в общем, как оно да как. Вот наш первый эпизод. Но мы начинаем сразу со второго и посмотрим, что тут да как. А, написано генерировать случайным образом созданное решение для предыдущих эпизодов. Ну давайте, ладно. Какой у нас есть выбор? Эпизод 2. Обездоленные, жаждущие помощи. Давненько я его ждал. Обещали каждый месяц выпускать, но что-то у них, похоже, там производственные трудности или качество решили резко поднять, раз такой большой интерес к игре, и она очень хорошо продалась. В предыдущей серии. I know who you are. Я знаю, кто ты. I got another good one for you. Оп, помню. Ты все это время сама по себе? Да, хочу, чтобы родители вернулись. Присматривай за дверью. Ты на присмотре. Я Даг. А я Карли. Окей, Карли, ты шифтишь с Дагом. Ты понял, босс. Понятно. Один из них убитый. С или без тебя. Я защищаю моего ребенка с моей жизнью. Опять этот старикан вредный. Ага, теперь у нас, значит, Дага сожрали. И, собственно, те, кто говорили, что нужно было спасти журналистку, я думаю, будут довольны. Присматривай, говорит, за собой. Короче говоря, я даже рад, что журналистку удалось спасти. Эта игра зависит от того, какие выборы вы сделаны. Вы сделали. Сегодня я могу заговариваться, потому что сейчас время полвторого ночи, но тем не менее хочется пройти сразу, то есть в день ноль, в день выхода. И сегодня вы увидите ее всю полностью за один день. 3 месяца спустя. Так, как тут еще? Оп, добрый день! Ах, ты приоделся? Черт. Смотри, говорит, у него кролик. Еще мясо потеряли. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. 3 месяца прошло уже. Может, дверь не стоило открывать? Except then I'd probably be food by now. Тогда бы я уже едой был. Поверь мне, я ни о чем не жалею. Если бы этот, говорит, кролик был, в нем мало мяса, но я бы его взял. Мы все голодаем. Все нервничают. Когда он попытался взять еду Карли, она его чуть не убила. Говорит. Даже не знает, сколько у них еды осталось. He's just worried about his kid getting enough. Кенни волнуется о ребенке. Я тоже волнуюсь о Клементин. Как думаешь, у Кенни больше удачи в этом деле? Надеюсь. Yeah, between the lack of food and Kenny and Lily fighting all the time, things are getting pretty tense back at the motor inn. You know, Kenny's been. Они все так же в том отеле живут. Кенни нас не покинет. Хороший он человек. Увидим. Не могу винить. Видел, что Лэри ему сказал в прошлый раз. Чего он вообще такой вредный? С тобой у него особые проблемы, похоже. Лэри — это тот вредный старикан. Он думает, что я опасен. Ты для Клементина опасен. По-моему, он для нас самая большая опасность.
Дочь за ним так следит, что я не удивлюсь, что всю еду она ему отдает. Не хотел бы я с ним в комнате остаться. Он тебя бил? Да, вырубил меня, говорит, ударом. Тяжело у них все там. Не шуми, зомби набегут. О, точно, не шуми, зомби набегут. Птичка того не стоит. Да, я знаю, я просто... Я просто очень голоден. Это Кенни был? Не знаю. Пойдем. Кенни не надо, если нас спас. О, кого харчат. А, он в капкан попал. Господи. Черт. Не, не убивайте нас, пожалуйста. Просто хотим помочь своему учителю. Ребята, в порядке? Снимите, снимите, черт побери. Трэвис, может, поможет? А может, это те, которые напали на наш лагерь? Мы вам не причиним вреда. Не слушай их, Бен. Просто отпустите нас. Мы не угроза для вас. Мы пытаемся тебе помочь, но ты заткнись уже нахрен. Мы должны им помочь. Пожалуйста. Бен, заткнись. Мой отец был в спецназе. Я знаю, что делаю. Постарайтесь просто вытащить его. Да, попробуем. О, Господи, спасибо. Давай поспеши тогда. Пожалуйста, быстрей. О, тут уже ребята пришли. Тут нет рычага. Ее не снять. О, нет. О, пошли уже. Черт, ходуны. Сейчас или никогда, Ли. Так, парни, отведи. Держите их подальше от меня. Нарубить ногу надо, какой тут выбор есть. Господи. Мне придется отрубить ее. Не-не-не. Попробуй с ловушкой. Что угодно. Да замолчи. Да подожди, дорогой. Ох, жесть. Руби. Жесть. Давай. Ох, твою мать. Все, вырубился. Господи. Он справится. Ну какой выбор у нас был, верно? Он живой, хватай его и побежали. Ногу как-нибудь перетяните жгутом. А, уже перетянули ремнем. Позади. Трэвис. Пойдем, нужно двигаться. Да что ж вы все падаете так чуть что. Ну да. Это было круто. Как я соскучился по этой игре. Ну там либо ногу рубить было, либо оставлять его там. Наш отель. Эпизод 2. Жаждущие помощи. Или оголодавшие и жаждущие помощи. Дословно не перевести игра слов. Глен уехал в конце предыдущей серии. Хоть дозор выставили, а то вообще какие-то безголовые были. Заборчик, ну конечно заборчик такой, это позор сплошный. Надо было кемп где-нибудь подальше от всего этого.
Да, хватит шуметь. Ворота открывай, у нас раненый. Черт. Какого черта они делают? Пойдем. Что произошло? Что происходит? Времени нет объяснять. Ли, ты в порядке? Давайте его в кузов. Какого черта? Ты не можешь сюда новых людей приводить. О чем ты думаешь? Мы никого не оставляем. Господи, Ли. Что если их больше? Если они за тобой следили? Больше никого нет, только мы. Откуда ты знаешь, он не врет? Держитесь. Мы еще не говорили с этими людьми. Может, они нам помогут. Это же люди. Люди пытаются выжить, как мы. Нужно вместе держаться. Единственная причина, почему здесь, потому что у тебя есть еда. А достаточно для всех нас. Но еда почти кончилась. Может, неделю у нас осталось. У тебя больше ничего ведь нет, верно? Ладно, сами разбирайтесь. Добро пожаловать в семью, пацанчик. Иди со мной, покажу тебе кое-что. Пойдем. Ты думаешь, что ты лидер этой группы? Но мы свои тоже решения принимаем. Здесь не твои решения только. Хватит драматизировать. Всегда между вами какие-то трения. Я не хочу в этом участвовать. Я на это не напрашивалась. Все были счастливы, когда я начала. Кенни прав. Да, ты, может, и следишь за едой, но ты нами не руководишь. Правда? Тебя там не было. Ли сделал выбор. Конец истории. Когда мы его вылечим, ты можешь его вышвырнуть отсюда. Пошли вы в город. По крайней мере, шансы они заслуживают. И для записи. Кенни хотел оставить этих людей позади. Если бы Кенни голову из жопы высунул, то он бы понимал, что я все это делал для нашей защиты. У моей девочки больше яиц, чем у вас обоих. Папа, пожалуйста. Почему бы тебе не помочь Марку со стеной? Если ты думаешь, что я так плохо справляюсь, тогда сам все делай. Вот и вся еда, которая у нас на сегодня. Сам смотри, кто будет есть. Нет, я серьезно. Возьми еду и раздавай. Почувствуй на себе это. На всех не хватит. У вас 10 голодных человек и 4 пакетика еды. Я бы даже еду это не назвал. Дети, женщины, в первую очередь. И уж явно не этот жирный старый болван. Так. Как дела, Клементин? Нормально. Где твоя кепка? Не знаю. Поможешь найти ее? Конечно. Где ты потеряла? Пару дней назад. Найду, дам тебе знать. Спасибо. Ладно, Клем. Мне нужно кое о чем позаботиться. Поиграй еще маленько с гусем. Хорошо. Так. Клементин, на, покушай. Here, Clem. You need something to eat. Так, дать ей печенек и сыра. Okay, a sundae would be better next time. I'll keep that in mind. If you have any more food, Duck is hungry too. Duck тоже. Why don't we
get some food. Когда мы поедим? Так, гусик. Hey, Doc, how about a little food? Как насчет поесть? Так, что такое джерки? Ну, держи. Here. Yeah. Oh, man, I'm so hungry. О, я такой голодный. Так, пацанчик, ты у нас подождешь, ты у нас вообще какой-то левый. Я рад, что ты жива, поэтому ты получишь еду. Яблочко, половину. Have an apple, Carly. God, I used to eat an apple every morning with some granola and six almonds, and that wasn't enough even then. But you know what? Yes. Она на диете сидела и чисто эти яблоки жрала, говорит, смотреть на них не могу, но сейчас, говорит, с радостью приму. Так, оставить последний кусок для себя или отдать его кому-то? Отдадим жене Кенни. Женщины и дети. Here, eat something. На, поешь. Why don't you give it to Doc? Почему гусю не отдашь? Я немножко занята с твоим парнем. Он будет в порядке? Не знаю. Можешь мне помочь? Конечно, что нужно. Просто надави сюда, пока я закрою. Я думал, я к этому привыкну. Но одно дело шрамы и повреждения, а другое дело, у него ноги нет. Я сделал все правильно. Да, я знаю. Просто иногда это страшно. Well, you've done all you can, Lee. Все, что ты мог, ты сделал. Спасибо за помощь. Go ahead and check in on the others. I need других проверь. Here anyway. Мне здесь немножко одной нужно побыть. Так, ты не хочешь кушать, да? Ну тогда давайте пацаненку отдадим. Ну, в принципе, уже, конечно, муж практически. Но... Want something to eat? Держи печеньки и сыр. If your camp got raided, probably means you haven't eaten in a while. I... I'm really hungry. Я очень хочу есть, Thanks. Спасибо. Not such an easy job, is it? Не такая легкая работа, верно? Обиделся. I don't envy you. Я тебя не виню. Я не знаю, как у тебя силы есть с этим справляться. У меня выбора нет. Ли. У меня еда кончилась. Это был тяжелый выбор. Но ты о детях позаботился. Как настоящий мужик. Спасибо, Кенни. Но кто-то не будет рад твоему выбору. Кончилось? Что с моей едой? Еды не осталось. Будешь дальше так поступать, и тебе капец. Я не вижу, чтобы ты работал над этой стеной, раз обвиняешь его, мол, в том, что он ничего не делает. Пока что этот старикан... Да чё этот старикан? Он нас убить хотел в конце предыдущего сезона. Бросил просто. Так, Карли, да, поговорим? Получше спать стало? За кровати нужно быть благодарными, но нет. Аптека, да. Что нам делать с детьми? Или с тем пацаном, которого сожрали, то есть с ботаном? Я не совсем пойму. А, насчет этого новенького. Пусть остается, говорит. Пусть Лили решает. Back in a bit. Понятно. Она не против того, чтобы наш новый парень Бен остался. Давай с Беном поговорим. Hey, is my friend gonna make it? Мой друг справился? Не знаю. Но Катя лучше сделает, обещаю. Не верю, что ты потрубил ему ногу. Другого выбора не было. Так кто ты? So who are you people? Our group's gonna wanna know. Наша группа хочет знать. Я Бен. Бен Пол. Кого ты спас, мистер Паркер, директор школы. И Стоун Маут, они приехали. Футбольная команда. И как раз все произошло. Как ты держишься, футболер?
I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some Может, я смогу вам чем-то помочь? I don't know. Не знаю. Something. Как-нибудь. Не знаю, тоже. It's killing me. Это меня убивает. Relax. Расслабься. Скоро приведем твоего другана в порядку. Надеюсь. Так, Клем. Как дела? У тебя по-прежнему эта рация? That thing doesn't work anymore, does it? Не работает уже, да? Not since it broke at the drugstore. Нет, как сломался в аптеке. Hold on to it then? Yeah. Просто держишь, okay. Да. I need Мне она нужна, если вы не против. Все в порядке, дорогая. You said you didn't think they would find us. Ты не сказал, что не думаешь, что они найдут нас. Но это просто потому. Но мы можем попробовать их найти. Слушай, Клементин, я не глупая, Ли. Я знаю, что это маловероятно. Ладно, следи за своей рацией тогда. Хорошо. Просто надежду ей дает. У тебя все хорошо вообще? How you doing, Clementine? Everything all right? Все в порядке? Is that man going to be okay? Тот мужчина будет в порядке? Да, он будет в порядке. I think he'll be fine. Oh, that's good. Это хорошо. Клементин, такая прелестная девочка. Так, гусь, раздолбай. Как у тебя дела? How you doing, Doug? I'm okay. Я в порядке. Мы тут раскраски делаем. Угадай, что это? Не знаю. Собака? Nope. Oh, нет. I know. It's a goat, right? Это же козел. Oh. Да нет. Гусь, ты такой храбрый пацанчик. Потому что я знаю, что мама сможет его вылечить. Bye, Lee. Ладно, словимся. Так, давай поговорим с Кенни. Он нас спас в конце предыдущей серии, за что я ему очень благодарен. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. По слухам, ты собираешься отсюда уехать? Это не секрет. Для меня и Клем будет место. I gotta look out for my family. Мне за семью нужно присматривать. Whoever I take with me is gonna be looking out for Cat and Duck. Wait, I know that. Lee, you left Duck in danger twice. Ли, ты оставил Дака. Видимо. Well, the RV ain't even working yet, so there's no point in talking about it right now. Короче говоря, он говорит, ты два раза оставил моего сына в опасности, поэтому я тебя с собой не возьму. Это печально, потому что я, насколько я помню, старался помогать его сыночку. Один раз не получилось, второй раз получилось. Но тем не менее, говорит, все еще у нас грузовичок не починен, поэтому рано об этом говорить. Но вообще, ехать по берегу вроде как умно звучит. А здесь оставаться... I know that it is. I'm taking my family. Я беру с собой свою семью. Оставаться здесь, рядом с городом, по-моему, достаточно глупо. Кто у нас еще в группе-то был? Катя все чинит. Мужчина. At least the kids have something to keep them occupied. По крайней мере, детям есть чем себя занять. Will you hold the damn board steady? Ты будешь как-то нормально держать доски? Я стараюсь. Я не думал, что я уже так ослабел. Что хочешь, чтобы я тебя поддержал? Хватит, говорит, быть таким нытиком. Так, поговорим-ка с этим засранцем. Лили и Кенни скоро уедут. Они в этом нуждаются. А, нет, наоборот, помириться, говорит, нужно. Мы все в этом вместе. Нужно действовать так, соответственно. Мы и без тебя будем в порядке. Еды не осталось. Тебе я это скажу в лицо с радостью. Go piss up a flagpole, Lee. Он явно этому не очень рад. Так. Лили thinks we should throw these new people out. Лили считает, что их нужно выкинуть, новых людей. Она права. Слишком много людей по эту сторону забора.
Помощь нужна? Нет. Вообще-то мы твой топор могли бы использовать. Ты не против, если мы возьмем? Дай нам эту штуку. Марк, держи. Here, Mark, this should help. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. Я сделаю, здесь делаю всю работу. Ты мне не думал отдать топор? Да хватит, Ларри. Ты расслабься уже. Pretty sick of you thinking he's a danger to the group. Is that what you told him? Короче, говорит, хватит считать Ли угрозы отряда. Да, это верно. That's right. And what are you gonna do about it? И что ты с этим сделаешь? I don't care what it is, but you two have got to start trying to get along. Давайте, говорит, уже миритесь. Единственное, что я должен, это защищать свою дочь. А сейчас мне нужно возвести этот забор. Я был бы вам очень признателен, если бы вы заткнулись и дали бы мне поработать. Козел. А ты-то откуда взялся, очканавт? Кен, Ли, come here, please. Кен Ли, идите сюда, пожалуйста. Он не справился, да? Слишком много крови потерял. Черт побери. Мне уже надоело это. Кен, вернись. Дай ему идти. Ему нужно время. Тяжелое было утро. Этот мужчина, который ты привел, я пыталась, но он бы не смог выжить. Но больше, по крайней мере, он для нас не проблема. Что насчет детей? Ой, блин! Давай, 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 давай! Не трогай, скотина! Топор дай! А, скотина, свали! Ломай его! Подвинься! Да что ты делаешь? Застрял! Ой-ой-ой! Свали, свали, урод! Свали! Свали! Так, отползаем, отползаем. Да что ж ты падаешь-то вечно, а? Ой, ой, ой. Пристрели его! Блин, я ж вспотел. Ты в порядке? Да, спасибо. Зачем ты ее сюда привел, вообще, козел? Папа, успокойся. Ты всех нас убьешь. Почему ты не сказал, что он был укушен? Что? Он был укушен. А ты нам не сказал. Но он не был укушен, я клянусь. И тем не менее, он вернулся к жизни и пытался убить мою жену. Что? Вы что, все не знаете? О чем ты говоришь? Это не укус это делает. Неважно, как ты погиб, ты все равно вернешься. Если мозг не уничтожишь, то это произойдет. Это со всеми с нами произойдет. Мы все инфицированы? Наверное. Я, по крайней мере, видел, что люди, которые не укушены, возвращались. Все думали, что в безопасности один раз. Мы в спортзале прятались. Одна из нас приняла много таблеток. Потом кто-то на следующее утро в женскую комнату пришел, и, господи... Назад! Дамочка, осторожней! Мы с братом. Мы просто хотим узнать. Я сказал, отошли. У нас численное превосходство. Просто развернулись и ушли. Ладно, хорошо. Но вы бы нам помогли, если бы дали немного горючего. Зачем вам топливо? У нас через генератор все питается. Our generators run on gas. А в нем кончился бензин. Мы в нескольких милях на ферме. Мы бы с вами могли поговорить, если бы вы пушки опустили. Как у вас по еде? У нас много ее. Почему бы тебе, Ли, с Марком не проверить это место? Я с вами пойду. Если что, прикрою. Так что вы там придумали?
Ну давай сходим проверим, что у вас там. Мутные вы ребята. Мы вам дадим маленько бензина, в обмен вы дадите нам еды. А там уже посмотрим. Звучит честно. Пара галлонов нам хватит. У вас что, там правда еда есть? Да. У нас много молока, хлеба, сыра. И у нас еще овощи есть. It's nice to get away from that motel for a while. This Lily Kenny thing is Здорово уйти из мотеля ненадолго. Эти разборки уже надоели. Я бы была рада, если бы ты вступил, то есть стал бы главным. Я как лидер? Думаешь, они тут хотят? Да, все тебя слушают. Но не все думают, что мне можно доверять. Из-за твоего прошлого? Кто-нибудь знает? Только ты. Well, I haven't told anyone. Я никому не говорил. Клементин может знать. Когда мы говорили, она слышала. Я ей соврал, но... Что произошло с сенатором? Был несчастный случай. Может, мне иногда с группой, я думаю, стоит поговорить об этом. Да тебе не обязательно. Сейчас уже не важно, что произошло в прошлой жизни. Не все в это верят. Может, ты прав. Слушай, я годами со всяким связывалась, ввиду того, что я репортер. Ладно, где это? Очень ценю. Слава богу, Ли появился. Почему ты о себе ничего не расскажешь, Ли? Откуда ты? Я много где был. Трудно назвать место домом. Я тоже такой же. Но для меня всегда домом была эта ферма. Кто у вас там главный-то, кстати, в этом отеле? Лили? Она с своим отцом бывшие военные. Как у вас там? Сколько людей? Так, сменить тему, тебя это не касается. Пацанчик, он новый приехал. Мы все ищем еду. Ну, теперь мы друг другу поможем. У нас много еды, и нам всегда помощь понадобится. Я как-то помогал на ферме. Это круто. Мама давно уже управляет этой фермой. Так, ну-ка сидеть. Долбаные бандиты. Кто? Это похоже на тех людей, которые разграбили мой лагерь. Их только двое. Их гораздо больше, чем двое. Если что, мы вас прикроем. Но давайте просто подождем. Пошел ты! Пошел ты! Пошел ты! Господи! Козел! Мир катится в пропасть. Давай уже на ферму двинем. Мозг ты ему прострелил, нет? У меня мысль уже после ДЗ пойти полутать, пока он ушел. Так, ну и, собственно, давайте на этом мы первую серию прекратим. Во второй серии мы, собственно, посмотрим, что же на этой ферме. Надеюсь, вам понравилось, потому что я просто очень сильно заждался этого прохождения. И мне очень интересно все это делать. Надеюсь, вам также интересно смотреть. Увидимся в следующих сериях, которые выйдут сегодня же. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.